Послушайте, графиня много лет назад в Париже красавицей слыла. Вся молодежь по ней с ума сходила, называя Венерою московской. Граф Сен-Жермен среди других тогда еще красавец пленился ею, но безуспешно он вздыхал по графине. Все ночи напролет играла красавица и, увы, предпочитала фараон любви. Однажды в Версале Оже де ла Рейн Веню московит проигралась дотла. В числе приглашенных был граф Сен-Жермен. Следя за игрой, он слыхал, как она шептала в разгаре азарта: «О, Боже! О, Боже! О, Боже! Я все бы могла отыграть, когда бы хватило поставить опять. Три карты. Выбрав минуту удачно, когда покинув украдкой гостей полный зал, красавица молча сидела до дна, влюбленно над ухом ее прошептал слова слаще звуков Моцарта: Графиня, ценой одного родину хотите, пожалуй, я вам назову. Три карты. Графиня вспылила, как смеете вы, но граф был не трус. И когда через день красавица снова явилась, увы, без гроша в кармане, а жить для рей, она уже знала три карты. Их смело поставив одну за другой, вернула свое. Но какою ценой? О карты! Раз мужу те карты она назвала, в другой раз их юный красавец узнал. Но в эту же ночь лишь осталась одна, к ней призрак явился и грустно сказал: «Получишь смертельный удар ты». А третьего, кто был кострастно любя, придет, чтобы силой узнать от тебя три карты. Раз мужу те карты она назвала, в другой раз их юный красавец узнал. Но в эту же ночь лишь осталась одна, к ней призрак явился и грустно сказал: «Получишь смертельный удар ты,
Третьего, кто был кострасом любя, придет, чтобы силой узнать от тебя. Три карты, три карты.